Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами закрепим базовую форму рыба и сделаем из нее орнамент из 4 модулей. Вот здесь у меня готовые есть модули. Использовать можно вот такую бумагу, которая у нас остается при работе. Можно использовать 4 разных вида, потому что она будет очень хорошо смотреться, если они контрастные по виду. То есть используйте бумагу, ну, примерно размером 8 на 8. Так, я вам буду показывать на большом формате, чтобы видно было. Итак, как же делается базовая форма рыбы? Вот флажок, треугольник открываем, линия сгиба сверху вниз. Перегибаем еще раз по диагонали. Вот. Внутри должен получиться вот такой плюсик. Дальше складываем воздушный змей с верхней стороны. Для удобства можете повернуть. Вначале выравниваете ровненько, делая острый угол, и от середины вот так вот проглаживаем стороны. Дальше с нижней стороны опять делаем воздушный змей. То есть получается, два раза нам нужно перегнуть вот такую, сложив фигуру. Если мы развернем, внутри получается большой такой ромбик. Перевернем таким образом. И сейчас мы будем делать плавники. От острых углов к середине ведем по линии сгиба, и вот этот квадрат мы делим на треугольники. Можно поворачивать опять же с концов к середине, ведем и перегибаем вот эти треугольники. Вот у нас получилась базовая форма рыба. Японцы назвали ее потому, что вот эти внутренние треугольники, они напоминают плавнички. И сейчас мы сделаем с вами вот такую заготовочку. Итак, значит, работать будем только с левым вот этим треугольником. Делим пополам. Затем расплющиваем, чтобы получился вот такой четырехугольник именно с левой стороны. Если будете справа использовать, у вас просто не получится с левой стороны. И вот таких нужно будет вам сделать 4 заготовочки. А теперь посмотрите, как это соединить. Первую заготовочку кладем вертикально. С левой стороны находится карманчик. Затем острым уголком все время следим, чтобы вот этот вот карманчик, он был с внешней стороны. Вставляем. Так. Дальше берем снова. Так. Вставляем. Так, обратите внимание, плавнички вот у нас идут. Вставляем, поворачиваем. Так, нам нужно вставить таким образом, чтобы они у нас вот соединились. И последний вытаскиваем и опять же вставляем в этот карманчик. Внутри опять должен получиться квадрат. Только обратите внимание, вот постарайтесь так, чтобы не было вот тут в середине щелей. Ну, потом можно будет закрепить это все. Когда вы это закрепите, здесь у нас есть вот такие маленькие треугольнички. Мы их перегнем и также подклеим их, чтобы узор у нас, орнамент, не рассыпался. Так. Вот если я сейчас еще раз покажу. Значит, берем уголочек, вот вставляем,
заклеила чуть-чуть. Берем острый уголочек и снова я его заклеила. Так. И берем следующий. То есть я сейчас показываю, как должна быть в конечном итоге сборка. Чуть-чуть подмазываем, чтобы у нас не рассыпался узор. Все, соединили. Чуть-чуть подмазав. Постарайтесь так, чтобы никаких щелей не было. Ну, а затем вы подклеиваете вот эти квадратики, ой, треугольнички вот эти маленькие. И у вас тогда уже узор получается вот так. То есть, угу. Все. В итоге у вас должен получиться вот такой орнамент с серединой внутри квадрата и по краям у нас вот типа вертушек. С другой стороны у нас получается вот такие вот 4 разноцветных треугольника. Тоже можно подклеить. Орнаменты можно использовать и для украшения помещения, и так для игры. То есть пробуйте, старайтесь. И до следующих занятий.